Вот, чулок. Резина стандартная, можно сказать, 175-70 на 13. Вот так. И с этой стороны тоже не дальше. Вот такой чулок. Ну, это редуктор обрезанный сюда полуоси. Ставлю и смотрю, чтобы все правильно было. До пальца им доставали. Вот. Как-то так. Кстати, пришлось сегодня еще один редуктор обрезать. Он был у меня ушатанный. Вот он. Шаблончик очередной. То есть без начинки, без звезд, без сателлитов. И срезанной. С одной стороны срезанной. Чтобы вот таким образом он не торчал дальше, чем вот это. Это я равнял сегодня вот эти флянцы, которые вваривал. Ты фокусируйся. Труба, нержавейка. А здесь где-то вот такие трубки. Ставил подшипники, сальники. Ставил во флянцы. Вот где они тут? Вот в такие ставил подшипники. Сальники, вот эти трубки для центрации. Вот эта трубка, вот эта нержавейка, вот она как раз тютя в тютю проходит через вот этот корпус. Одной рукой неудобно. Чтобы их выставить ровно, то есть соосно, можно сказать. Эх ты, вылазь. Почему? Потому что обрезал чулки. Они из-за того, что она короткая, тут уже идет овал. И чтобы вот этот флянец ни лево, ни право, как бы попасть. Блин, где-то укололся. Щетка по металлу, это капец, она вся одежда в щетине. Вот из-за того, что здесь вот овал, вот этот чулок, ну просто его можно было поставить как угодно. Пришлось ставить подшипники, сальники старые, вот эти трубки, которые дистанционные, да, потом через трубу, через них пропускать, через вот эту всю яичню и с этой стороны. И тогда оно только стало ровно. Вот. То есть ни право, ни лево, а вот все на одной оси. И потом только я прихватил, снял и обварил. Из-за того, что получился вот этот овал. На 70 там уже кругляк и флянец нормально становится. Ну, считай, по 5 сантиметров с каждой стороны выкинул. Ну, уже, конечно, капец. Так что у меня такая приблуда еще появилась. А что его разрезал? Да вот она, начинка с того корпуса, с того редуктора. Этот разбитый. Вот здесь палец, корпус, он как бы валялся. А этот вот был заваренный, возможно, на машине дрифтовали, возможно, еще что-то. То есть тут сателлит рассыпался, здесь такая же фигня. Корпус этот ушатанный, ну, не стал его разбирать. Тут зубы где-то вот выкрашенные, тут, там, там. Такая вот штука. А про вот этот корпус, а его, подожди, куда его, а на улицу вынес, другое ведро выкинул, там вообще капец, никуда не годится. Вот как раз обрезал и подшипнички с одной стороны там ударенные, ну пойдут для центровки, вот в самый раз. Так что появилась еще такой вспомогашка такая. Почему вот обрезал, вот когда чулок становится вот этой вниз, да, я же через уголок его горизонт ловлю, чтобы он не выпирал и не упирался в уголок. Вот и все. Как-то так. Ну, это я сегодня
Думал и придумал. Полдня думал, 15 минут делов.